Какие планы, окей? Присаживайся, поговорим. Доброго дня, уважаемые дамы и господа, братья и сестры. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Ассаляму алейкум. Сегодня Дончик с нами. Находимся мы в Узбек кино. Ожидаем, ждем приятных новостей. И, кстати, не было меня уже в Ютубе дня 4. Я прошу прощения. У меня материалов на 4 дня, я как раз веду монтажные работы. 4 дня очень трудно смонтировать. Получится бомбический классный один ролик. Наверное, где-то на полчаса, может, на 40 минут. Надеюсь, вам понравится. Ожидания, встречи всякие разные. Ну и т.д. и т.п. В общем, блин, мне надо ехать. Ой, не высыпаюсь. Меня там ждут. На 4 часа мы набивали стрелы с рекламной кампанией Аль-Хадай, а я сижу в Узбек кино в ожиданиях. Блин. Вот такие вот дела, разрываемся. Слава богу, конечно, что работы много. Так и должно быть. В таком процессе, конечно, человек себя чувствует шикарно, потому что безделье – это кошмар и ужас. Вам всем позитива, добра, любви. Продолжайте смотреть, подписывайтесь, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Я читаю все комментарии. Кстати, по поводу комментариев, я сделаю отдельный влог, потому что попадаются всякие разные люди, которые немножко недопонимают вас. Или вы их не понимаете, или я их не понимаю. Я не понимаю вообще, в общем-то, не понимаю. Голова кругом. Продолжайте смотреть. Пришли мы в ресторан Грилладес. Представляете, кого я встретил? Шикарнейшую девушку. Ренату Искандарову. Здравствуйте. Ты тоже приехал на передачу? Да. Скоро будет эфир. Да. На канале Йошлар. Да. Вот, а мы герои. Можете нас посмотреть. Мы гости программы. Да, послушать, о чем мы будем говорить. И, кстати, у меня новость для моих родных и близких, которые меня смотрят, подписчики, лайкают, там что-то пишут, комментируют, интересуются. Ребят, для вас скоро мы вдвоем сделаем интервью. Будем брать у друг друга, да? Без ведущих. Без ведущих. Ответим на все вопросы, которые да. интересуют многих много-много лет. Да. В наших отношениях и обо всем, что связано с нами. Ждите, это будет очень-очень скоро. Профессионально, грамотно, четко, все по полочкам. Да, и наконец-то мы поставим все точки над «и». И. Продолжайте смотреть, скачать. Подписывайтесь на его канал. Скоро, да. Кстати, мы еще планируем открыть общий канал. Не знаю, насколько это, как получится. Мы еще об этом серьезно не поговорили, но вообще в планах это есть. Проект. Да, проект хотим совместно сделать. Как ты говорила, будем называть передачу? Мы не будем называть. Мы хотим сделать передачу о тех парах, которые находятся в состоянии развода или же уже разведены. И о тех людях, которые не могут никак ужиться или найти общий язык, или найти какой-то компромисс после развода. И я думаю, что мы можем чем-то помочь, какими-то своими советами, так как мы сохранили абсолютно прекрасные, добрые отношения после того, как мы расстались. Так что ждем вас. Пишите, лайкайте еще раз. Подпишитесь. Отправляйте свои предложения. Да, да, да. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие обзоры. С любовью, ваша я. Наверное, это декорация для женихов, невест, всяких передач. Очень красивая декорация. У нас сейчас съемки ролика Аль-Хадая. Вот. Англия, романтика. Какие лестницы здесь. Сейчас я для вас обзорчик небольшой сниму. Арка из роз, деревья. Кстати, здесь, по-моему, какая-то комната черная. Да, свет выключен. Ну-ка. О, стильчик такой, а?
Да. Для съемок в самый раз. Круто, круто, круто. Стильненько, красивенько все. Какой у нас влог симпатичный. На улице минус, холодно. А здесь цветы. Машинка. Вау. Пойдем посмотрим, что там и как там вообще происходит все. Приехали мы к Ахтёрке в гости. Дончик. Салам алейкум. Стильный волевый копсанку. Примеряю очки Дончика. Крутые, крутые. В общем, вот такие вот дела, господа. Работаю над режиссурой, чтобы каждый влог имел какую-то цель. Поэтому трудно монтируется. Плюс материалов накопилось очень много. Этот ролик чисто я посвятил тому, чтобы просто наш канал не стоял на месте. И немного, чтобы было вам внятно и понятно. Спасибо, что понимаете. Спасибо, что поддерживаете. Вот, за все огромное спасибо. А с вами увидимся очень-очень скоро. Я не прощаюсь. Я говорю до скорой встречи. Люблю вас, уважаю. Подождите, подождите. Я забыл. У меня сегодня сходничок. Каждое третье число у нас сходняк с братьями. Ассаламу алейкум. Вот тебе и кем здесь. Такой небольшой обзор. У кого есть желание, можете досмотреть. Хаджа, чемкентский парень. Вы смотрите, да, мой YouTube-канал? Да, конечно, конечно смотрю. Вот как раз-таки это видео. Тем более подписан там. Да, да, да. Санджарчик. Как пулем веру от Ярмазы Бери, он. Салам алейкум. Салам алейкум. В общем, это мои братья. В самом первом видеообзоре моем, вот
эти люди были, если вы помните. Кто не помнит, можете переключиться, посмотреть. Знакомство с Ютубом называется. У нас как раз-таки сегодня сходничок. 3 число. Эркин Шавкатович, батя, Дони. Ферганские ребята. Ютубчик такой. Вот теперь могу с вами попрощаться. До следующих веселых встреч. Всем хорошего настроя, любви, счастья и здоровья. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Я вас люблю. Уважаю.